Всем привет из мастерской, в которой я делаю свои самолеты и прочие поделки. Тут с помощью сотен инструментов и приспособ, из тысяч разных деталей, современной химии, самых разнообразных материалов, от легкого вальзового дерева и авиационной фанеры до современных прочных кевлара, стекла и карбона, я создаю самолеты, которые вы уже видели и еще увидите совсем скоро. Люблю комфортно трудиться, и в мастерской мы сделали хороший свет. Тут всегда много отходов, и я не забываю о сортировке мусора. Самостоятельно сделал несколько очистителей воздуха для того, чтобы легче дышалось, хотя душный респиратор в некоторых ситуациях никакой очиститель не заменит. Любой самолет сначала проектируется в электронном виде, так намного быстрее дорабатывать и оптимизировать конструкцию. В голове всего не удержишь, так что много раз пересматриваю чертежи. Все этапы сборки имеют строгую последовательность, так что приходится не раз все перепроверять, прежде чем отрезать и склеить. Производство авиационной техники – это всегда борьба за минимальный вес в сочетании с высокой прочностью и частотой обводов. Так выглядит борьба за 17 грамм, а так за 3 сотни на всем самолете. Монтируя ролик, я обратил внимание, что заготовка фюзеляжа выглядит как костыль. Бесконечная нарезка деталей, подготовка их поверхностей к склеиванию, сама склейка, разнообразные усиления, крепеж, петли, тяги, обшивка. Все должно быть монолитным и прочным, чтобы при весе в десятки грамм выдерживать в полете килограммы аэродинамических нагрузок. Как же приятно потом смотреть на результат, пусть даже промежуточной готовности самолета. После того, как уходит в прошлое не один час работы, стоя с полусогнутой спиной, помимо готовых деталей остается куча обрезков и пыли, пальцы рук под толстым слоем клея и дикая усталость вперемешку с вдохновением. Порой возвращаюсь домой уже глубокой ночью, но всегда ловлю себя на мысли, что такой режим мне нравится. Друзья, решил записать небольшое дополнение к ролику, монтаж которого я уже заканчиваю. Через пару недель полетит новый пилотажный самолет, суперпилотажный самолет. Через несколько месяцев я подниму в воздух прототип самолета вертикального взлета и посадки. Это очень сложные проекты, для продвижения которых в дальнейшем мне понадобится маломальски раскрученный YouTube канал. Поэтому на данном этапе осмелюсь попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, оставить один или несколько комментариев, состоящих из нескольких слов, и поделиться роликом в соцсетях. Если это не сложно, не затруднительно, я не хочу выпрашивать это, для меня YouTube не является заработком, а видео я делаю в удовольствии и для тех, кто с авиацией в сердце, так же как и я. Большое спасибо за внимание, до встречи в небе, встречного на взлете и попутного в полете.